я ее. Ну все, друзья, мы вас приветствуем. Ирина Федоровна, зарядили свои батарейки. Пожалуйста, выключайте музяку. И всех с Новым годом! Давненько не виделись. Всем, друзья, подписчикам нашим, конечно же, желаем всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, любви, удачи, не болейте, мира. И... Дайте смотри, люди тебя не видят, Сергунечка. А им и не надо меня видеть. Зачем меня видеть? Давай в этом новом году ты будешь чаще показываться. В этом новом году я буду чаще показываться, конечно же, выходить в эфир, потому что некоторые люди, судя по комментариям, все-таки еще ждут наш канал. Понимаешь, уже не так, как раньше пишут, где вы пропали, потому что уже знают, что нет смысла писать, потому что когда Сережа появится, тогда и появится. В этом году, в 2024, мы сделали это в прекрасную дату, я считаю, 14 января, замечательная дата. У нас скоро будет годовщина свадьбы. Ты еще серый. Ты что, не помнишь, когда мы с годовщиной? Помню, чушь не помню. Я помню, когда мы гуляли, кисонька. А когда очень хорошо мы гуляли с тобой. 21 января, по-моему. А, нет? Тогда только гуляли, и не считаю это за годовщиной. Не считаешь, да? Ну, ладно, как хочешь. Так, а что мы, кстати, делаем? Что мы заговорились? Пока мы, друзья, заговорились, вы, пожалуйста, обязательно подпишитесь, кто не подписан. Вы, кстати, на канале Роза от Сережи, я напоминаю. Делитесь красотой, у нас очень много красоты. Не жадничайте, любите друг друга, распространяйте, продвигайте. В общем, делайте все по красоте. И мы, значит, что мы делаем? Мы упаковываем по-легкому для начала. 25 роз мы запакуем, да, чисто? Угу. Ну, но я что... буду не ровно держать розы. А, о, хаотично, отлично, прекрасно, это что-то новенькое. И вот так вот разгонимся. Ну, я не помню. В новом году мы этого точно не делали, поэтому мы еще ничего не делали в новом году. Так, ну ладно, давайте переходить к вашим комментариям. Надеюсь, вы что-то написали. Я, честно признаться, не заходил, не смотрел. Марина Алексеева, сразу же первый комментарий. Ребята, потеряла вас. У вас все хорошо? Или это просто праздники? Да, когда? Марина Алексеева, все у нас супер, все отлично, все прекрасно. Мы вышли из каникул и продолжаем делать красоту. Спасибо, что не забываете. Вот Милена Савельева тоже, допустим, не забыла нас и пишет: ждем ваших видео с Новым годом, с Рождеством и с наступающим Старым Новым годом. Всего самого доброго и прекрасного. Это взаимно. Милена Савельева, кстати, знакомая фамилия. А, так это ж твоя подруга. Угу. Может, это она сменила имя? А. Нет? Будет тебя. Она не будет? Ну, на тебя могла бы посмотреть. Альбина Жильникова. Вы классные. Спасибо за красоту. Спасибо, Альбина. Какой цвет. Все взаимно у нас. Красивый цвет. Очень прекрасные розы. Кстати, что это за сорт роз? Это не красные розы. Я сказала, шикарные, прекрасные. А я вот не помню, ты коробочку выкинула? Замечательно. Все по классике. Хотите узнать сорт роз? Не сегодня, друзья, но если кому-то интересно или кто-то знает, напишите. Но только те, кто знает стопроцентную эту информацию, не надо, кто не уверен. Не, по классике не надо. Я предлагаю все-таки раскидистый делать. Мне больше нравятся такие неуклюжие. Так это тебе нравится, я же не знаю. Там, а как для кого? Для женщины? Ну ты же знаешь для кого. Ну я сделал вид, что не знаю. Ну что ж ты за людина такая? Что ж ты за человек? Никакой интриги. Я думаю, что нужно сделать солидно для этого человека, да, для этого прекрасного человека. Дело. Так что, ну а это не солидно разве? Я не знаю. Друзья, напишите в комментариях, как бы вам больше, по классике или раскидистый такой.
Что вам больше по душе? Сейчас. Ну, в принципе, интересно. Ну, так давай, вот интересно и солидно. Это главные критерии. Поэтому продолжай. Ни о чем себе не отказывай и не останавливайся на достигнутом, так сказать. Так я тут ни к чему не стремлюсь. Как ни к чему? Ты стремишься к тому, чтобы сделать шикарный букет для шикарной женщины, конечно же. Соната Фол пишет: роскошный зимний букет. Спасибо, Соната. Рады вас видеть в наших комментариях. Анна Литвинова: такие знатоки тут в комментариях. Куда деваться? Все зачищено, как положено. Букетик шикарный. Все грамотно по всем канонам. Цвет, композиция, стиль со вкусом и с любовью. Никаких нареканий. Одна из немногих в интернете, у кого всегда безупречный букет. Удачи вам, ребята. Чуся. Вот так вот бывает. Ого, меня удивили. Спасибо, Анна. Спасибо, очень приятно. Очень приятно, не только мне, но и нашему гениальному флористу. Да, Серый, да успокойся ты, какой я гениальный, что ж ты. Стабилизированные цветы, пишут нам. Красиво, но не лучше ли обойтись без пластика? Искусственные цветы портят шикарный вид. Искусственно мы добавляли с тобой. Ну, видишь, ты настолько делаешь шикарные букеты, ты настолько гениальный флорист, что люди даже не могут понять, что мы не пользуемся искусственными цветами. Чего? Так в композициях, допустим, на руках? Ну, нету, я смотрю, нету там, нету здесь ничего. Искусственного. Покашка? Только шишка тут есть. Вот. Ну, покажи. Пересмотрите этот ролик, друзья. А тут есть там что-нибудь? Ты не знаешь, что это, что крашеное может. Ну. Крашеное, там брасика крашеная, может, подумали, что это, ну, искусственное. Так я же тебе говорю. И солидага тоже крашеная. В общем, как вы там называетесь, у нас стабилизированные цветы не используем мы, короче. Нет, так я не против стабилизированных, но тут нету их, тут все. Тут, если какие-то есть погрешности, так это крашеные цветы, но это не погрешность. Ну, успокойся, кисенька. Ой, какой он жирненький. В общем, все-таки, когда так собираешь розы, букет намного объемнее. Если бы мы солдатиками их поставили, правда, ровно. Ну, так поэтому все-таки не зря. А это юбилейный букет. Не зря я настоял на такой тематике. Я думаю, что все будет окей. А тут еще стебли, вот все-таки надо было запомнить сорт розы. Я думаю, что не проблема, у нас нет-нет, да, и просматривают иногда нас флористы, как бы, между делом, и по-любому скажут какой-то сорт роз. Только я напоминаю, друзья, кто уверен, пишите, а хотя, кто не уверен, тоже пишите, какая разница. Мы придем к истине в итоге. Белую, этот, ленту, которую всегда заворачивают, а, ты любишь убирать? Я ее съел. Серьезно? Я думал, это этот Спанч Боб. Вот это трафик. Нет, не видел, кисенька. Серый, мне оно надо, я не смогу дальше делать. Итак, друзья, мы срочное прерывание, потому что, ну, сами понимаете, без Рафи дела не будет. Друзья, Рафи, сыщик Сережа найдет всегда все. Убери ковалку. Самый сыскной парень из всех. Одну вазу. Какой есть стебель, такие толстые. Убираем и продолжаем читать ваши комментарии. А мы будем упаковывать или просто завязывать? Да, будем. У нас еще один с тобой букет. И еще один букет. Ой-ой-ой-ой. Что ж робится? А еще один я упаковала уже без тебя. Ну, ясно, ясно. Ольга Родькина. Не добавляйте в букеты крестоцветные растения. Они очень быстро приводят в негодность воду в вазе. И никакие средства не помогут. Плюс выдают унитазные запахи. Крестоцветные в букете – это декоративная капуста. Она великолепна, но для букетов, которые будут стоять на улице. Вот такая вот информация от тебя, кисенька. Вот такая вот. Вот такая вот информация от Ольги Родькиной. Если это интересная для тебя информация, то поблагодари человека. Нет, вообще интересно, спасибо огромное, но... Ну что? Не было таких проблем. Надо будет себе проверку сделать, проэкспериментировать, взять капусту, брасику, с какими-нибудь другими местами поставить букетик и посмотреть. Правда? Давай, давай, отличная идея, так и сделаем. Мирабелла так небрежно относится к цветам, кидает. Отрадно на вас смотреть. Боже мой. Кто кидает? Ты кидаешь? Мирабелла. Что ж вы за людина такая, Мирабелла? Что ж вы
Что слышит человек? Так, серый. Больше я вам ничего не могу сказать. Еще вроде есть. Наталья Сумская пишет. Куда вы пропали с ТикТока? Наталья, сегодня же выкладываем в ТикТоке во все соцсети наши видосы. И маленькие, и большие, и длинные, и короткие. Врываемся в интернет. Новый 2024 год. С праздником вас, Наталья. Спасибо, что смотрите ТикТок. Батя токарь, я тиктокарь, как Васька говорит. Вот упаковочка пошла. Далее. Кто у нас тут? Марина Мандрик. Вам порно-ролики озвучивать нужно. Или, блин, ну закройте глаза и сами послушайте. Мы не видели, но мы точно все услышали. Угу. Вот так вот эротические фантазии появляются. Мы не видели, точно все услышали. Не знаю, каждый думает в меру своей распущенности. Серега, да ты пошляк у нас. Надежда Аверина, какой грубый и невоспитанный муж. Что это? Надежда, вот от вас я такого точно не ожидал. Могли бы что-нибудь поинтереснее написать. Что ж вы за людина такая, что ж вы за человек? Так, далее. Инна Речкина. С Новым годом, Сережа и Ирина. Счастья и здоровья вашей семье. Творческих успехов, процветания вашему бизнесу. У-ху, спасибо, Инна. Вам также взаимно. Спасибо, что смотрите. Не забывайте. Мы вас тоже очень любим на самом деле. Очень скучаем, когда не выходим в эфир. Но сами понимаете, что иногда хочется просто залипать на печечке, ничего не делать. Особенно когда такая погода. Смотрите, какая у нас погода. Ой, мы упаковку снимаем. Сарямба, друзья. На самом интересном месте хотел показать вам погоду какую-то. Извиняюсь. Так, далее давайте. Натали Эссен. Не каждому дано так чувствовать цвет, текстуру. Ребята, вы крутые. Спасибо огромное, Натали. Очень интересно, сколько разных этих. Очень приятно. Комментариев. Кто-то хает, кто-то ревеет. Да? Да. Ну так всегда. Не будешь же ты каждому мил. Понимаешь, кисенька. Кому-то ты мил, кому-то ты не мил. Наталья Зотова спрашивает, что означает по красоте. О, прекрасный вопрос. По красоте это состояние души. Я вам даже не могу объяснить, что это значит. Это больше к атмосфере какой-то относится. По красоте ты всегда говоришь, все по красоте, все супер, все классно. Кто-то классно, кто-то супер, кто-то говорит... По красоте. Все-таки это немножко более глубокий смысл этого словосочетания, но уже не в этом видео мы раскроем его, потому что, как мы видим, Ирина Федоровна уже заканчивает свою филигранную работу. Нет времени, тем более нам нужно ответить на звонок, и звонок подождет, что может быть важнее наших дорогих подписчиков. Нам нужно делать следующий букет, а значит, что следующее видео для вас. Хотя Ирина Федоровна что-то начинает переделывать. Не, поэтому. Мне просто не понравилось, я лист по-другому положила, немножко смяла, будет неэстетично смотреться, если букет будет помятый впереди лист. Ага. Ну ничего себе. Ну ничего, слушай, такое, такие розы, может, даже стоит мне из двери выйти с таким букетом. Я вроде в пальтишке сегодня, можно не в валенках. Не в валенках? Да, буду сочетаться, в принципе, окей. Понимаешь? Дай-ка гляну. Ну что, все, больше не будем. Да, я думаю, что достаточно. Очень достойный букет. И мне кажется, что намного круче, чем классический. Ты как-то бы свернула его, не? По классике? По классике. Может быть, он такой прям жирный получился. Два есть этих словосочетания. По красоте и по классике еще, друзья, есть. По классике пойтись. Вот.
Ну ладно, пока ты, в принципе, можем еще почитать, что нам. Я так переживаю, чтобы мы с тобой успели еще один букет там больше. Успеем, успеем, все успеем. Да. Здравствуйте. Прошу прощения, друзья. Клиентура прежде всего, вы это уже знаете. Зашел клиент. Не могли мы его снять, потому что очень важный человек в области. Так, ну что, кисонька, ты будешь долго его шмыгалять, что это? Ну, я тебе говорю, я хочу, чтобы все идеально красиво было, чтобы каждый бортик, каждый листик. Каждый листочек, я не могу шим-пым-пым. Шим-пым-пым? Поэтому хочешь снимать. Я, конечно же, хочу, но я вижу, что уже практически все готово, поэтому давайте уже мы вернемся к вам с итоговым вариантом. Да ладно, покажись, ты же красивая. Друзья, посмотрите, какой букетик мы запаковали. А сейчас быстренько переходим к этому, так что до скорых встреч. Правда. Да, жирненький. Все, прячу. Прячу.